Уважаемые друзья, клиенты и просто хорошие люди, меня зовут Александр Романишин, я учредитель компании Romani Group. Я вкратце хочу рассказать о нас. Мы занимаемся продажей бытовой техники, электроники, телевизоров и так далее по заниженной цене минус 50-80%, так как мы занимаемся витринными образцами либо демо-образцами. Бывает, что просто мятая упаковка. Выкупаем это у производителей в больших сетях. Соответственно, приезжайте к нам, у нас всегда большие скидки. Romani Group, Полежаевская, Зорге 5, строение 4. Но это видео не про Romani Group, а про систему лояльности, которую мы запустили, которая называется UDS. Что она нам дала? Примерно 80% клиентов у нас оцифровались и получили электронные карты, куда им приходят скидки, приходят им наши новые акции, объявления и так далее. Также наши клиенты, которые покупали там примерно 1010, там кто-то на 50, получили порой до 100% подарок товар. То есть, допустим, если вы у нас покупаете товар за 10 тысяч, вам падают ваши проценты на карту. Соответственно, следующий, и потом вы, насобирав баллы там 5-10 тысяч, можете прийти просто забрать любой товар в подарок. Мы работаем так. UDS что нам дает? Это кросс-маркетинг, то есть мы рекламируемся с партнерами по России. Это нам дает лояльность наших клиентов, это дает скидки нашим клиентам. У всех теперь есть электронные карты. Соответственно, о нас больше узнают, больше...